День России на площадке у Краеведческого музея отмечали другой, не менее интересный праздник – Всемирный день молока. Мероприятие пользуется популярностью у местных жителей не первый год. Ведь именно так горожане могут ознакомиться с ассортиментом сельскохозяйственной продукции, производимой местными фермерами. Мы здесь сегодня с вами можем наблюдать в том числе и крупные предприятия, молокоперерабатывающие, соответственно, и малые формы хозяйствования, которые также занимаются в том числе переработкой молока. Это и сыры, это и кисломолочная продукция. Ну и, конечно же, популярностью пользуется наш праздник, соответственно, не только среди взрослых, но и среди детей. Кефир, ряженка, сметана, творог и, конечно, молоко. Любой молочный продукт можно было попробовать абсолютно бесплатно. Самых маленьких гостей развлекали аниматоры, а для взрослых был организован розыгрыш с подарками. День молока просто замечательное мероприятие. Люди ходят, люди все пробуют. Нам очень нравится людей кормить. У нас продукция натуральная, настоящая, домашняя. По состоянию на начало мая хозяйственными регионами было произведено более 70 тысяч тонн молока, что на 5% выше уровня прошлого года. А учитывая интерес ульяновцев к таким мероприятиям, как День молока, можно с уверенностью сказать, продовольственная безопасность Ульяновской области под контролем. Александра Волкова, новости Ульяновской правды.